Наставничество в бизнесе, поиск новых возможностей. Сегодня в рамках недели бытового обслуживания за бизнес-завтраком с министром инвестиционного развития и предпринимательства Якутии представители малого бизнеса обменялись опытом и делились историями успеха. Проекту наставничества, реализуемого в Якутии, когда опытные предприниматели помогают начинающим в становлении бизнеса, всего год. Он уже позволил многим открыть свое дело и успешно его развивать. Опыт реализации проекта в республике показал свою востребованность и перспективность. В первую очередь это повышение квалификации наших предпринимателей, которые только начали свою деятельность, значит, налаживание контактов и развитие, скажем так, общественной активности, потому что в рамках этой недели у нас расширяется зона влияния ассоциации бытового обслуживания населения. Кроме того, мы эту неделю проводим в тесном сотрудничестве с торгово-промышленной палатой республики и, значит, надеемся, что все это повлияет на активизацию бизнеса, на создание дополнительных рабочих мер, на повышение эффективности деятельности предпринимателей в сфере бытового обслуживания населения.